Здравствуйте, меня зовут Анастасия. В прошлом году мы с мужем в свой зимний отпуск решили поехать в Африку. Эта страна была выбрана не случайно. Там было все, что нам было нужно: солнце, пляж, море. И самое главное, что мы хотели увидеть, это настоящее африканское сафари. Естественно, начитавшись в интернете отзывов, очень боялись заболеваний, желтой лихорадки, малярии, антисанитарии. Но по факту все оказалось не так страшно, никаких болячек там нет. Антисанитария, как в любой бедной стране, она присутствует, но все красоты и все хорошие впечатления, они целиком и полностью перекрывают это. В Африке, конечно же, больше всего мы хотели съездить на сафари. Это мы осуществили благодаря фирме «Сафари Занзибар». Остались самые лучшие впечатления об этом. Более того, в Танзании, непосредственно на острове Занзибар, прекраснейшие белые пляжи, голубой океан, солнце, как бы все, что нам было нужно. Поездкой мы, конечно же, остались довольны. Наверное, не было ни одного момента, который бы огорчил наш отпуск. Нам понравилось там абсолютно все, начиная от радушных местных жителей, заканчивая, собственно, тем, зачем мы туда ехали, это сафари. Я выбирала компанию по отзывам, искала ее в интернете, в социальных сетях, вычитывала комментарии и остановилась, в конце концов, на фирме «Сафари Занзибар». Я бы порекомендовала поездку в Африку своим друзьям однозначно, так как она прекрасна.